Вот сегодня я утром сказал, что темпы в городе сбавленные. Вот именно к концу недели прошедшей, да? Но вот сейчас свои слова беру назад, что увидел. Поэтому должно быть справедливо. Но замечание остается в каком плане? В субботу, воскресенье, когда интенсивность по городу меньше, надо работать день и ночь. День и ночь, здесь никаких оправданий быть не может. А вот среди недели вот такого интенсивного движения можно дать отдохнуть всем подрядным организациям, которые работали день и ночь. Поэтому если мы такое время будем упускать сезона, тогда мы с таким объемом не сможем справиться. Впервые такой объем, организации тоже, которые конкурс выиграли, они имеют тоже ресурс какой-то. Поэтому принципиально важно, Валерий Николаевич, нужны дополнительные силы, собирайте дополнительные силы.